Музейному комплексу «Северская Домна» исполнилось 10 лет. Интересные факты читайте на второй полосе. Япония в Азове. Открытые электрощиты на Коммунистической. Победы Северского Трубника. На новостной полосе. Дачников больше не будет, а в садовом домике можно оформить прописку. Какие сюрпризы ждут садоводов в этом году, вы узнаете на странице 4. 7 коммунальных компаний на поле боя в южной части города. Как не оказаться в долгах по неволе, читайте на странице 5. Кого нянчит по вечерам молодежный лидер северских трубников Александр Киселев, на странице 6. Пилот Северского трубного завода и чемпион по лыжным гонкам, на странице 8. Хотите читать рабочую правду на экране компьютера или смартфона? Оформите электронную подписку. Подробности на поздравительной полосе. Хотите в театр? Звоните к нам. Участвуйте в конкурсах и встречайте первого усатого бородатого заводчанина на странице 13. Где наследил Павел Петрович Бажов и как Вика Щепкина оказалась в военно-полевом театре, читайте на цветном развороте газеты. Почему тариф на вывоз мусора в частном секторе выше, чем в городе? И почему сортировать мусор не нужно? Мнение полевчан о мусорной реформе на странице 22. Удобная телепрограмма, яркая афиша, полезные объявления и зарядка для ума для детей и взрослых. Все вы найдете в любимой газете.